Вот это панорама из храма Солнца. Весь Батильман, Ласпи. Все крайние точки Юбака. Мне больше всего, знаешь, как это вот нравится, когда вот какое-то растение пытается на скале расти. Опа, сзади аккуратно я. Треугольная скала вообще. Полностью треугольная. Какой пейзаж, но спуск крутой. Ой-ой-ой, высота. Лучше присесть, а то аж голова кружится от свежего воздуха. И поснимать стационарно. Вон те крайние камушки, которые с изумруда видно. Вон она, крайняя скала. Вот то, что я прямо сейчас снимаю, это с изумруда видно с правой стороны крайние камни, закрывающие изумруд. Ты знаешь, по морю впечатление, что вода очень теплая сегодня. Что, идем купаться? Завершение. Ой, какое море. Ой-ой-ой. Завершение похода. Красота, красотень какая. Какой-то счастливый сон просто. И тут такие вершины, куда мы поднялись. Как говорят, неприступные, но мы все-таки забрались. Космические корабли, потерпевшие крушение, воткнувшиеся в породу. Все, что хочешь. Да, красота. Высота, красота. Маша селфит. Сосны на обрыве прямо. Огромные скалы на фоне неба. Только слышно пролеты мух на скорости. Да, с такой высоты. Конечно, белеет одинокий парус в тумане моря голубом. Что ищет он в краю далеком, что кинул он в краю родном.